с этим. Когда быстро камерой двигаешь, кадры не успевают обрабатываться хорошо. И получается какая-то жопа. В виде 3,5 пикселей на экране. Критические повреждения, прям в кабину. Критические повреждения. А, у меня подсосали. Подсосали, ребят, вертолет. Ребят, у меня на Фридрихе нет текстур. Он у меня пустой летит. Смотрите на него. Что это за херня? Его как бы сбили, да, но самолет не должен так выглядеть. Че, даже не на ремонт, он просто потушил. Ой! Фугасы. Ладно, окей, фугасы, да, походу понерфили, да, согласен. Но это не точно. Мне эти уши нужны были именно за счет того, что они беспроводные. Да. Типичное попадание по М26. Вот так вот. Стойку шасси кританул. Да пошли они нафиг со своими стойками шасси. Рикошет кумулятив от МХ-10. Или как она там называется? МЦ-10, блин, не помню. А, ну он, конечно же, меня забрал. В принципе, логично. Причем с виду какой-то злой. Сейчас заведется кто. Ого! Критические повреждения руля высоты, ребят. На новом сайте Шведе. Охрененно, в тур попал. Малек. В смысле закрепить трос. Почему? Ребята, да, ну, трос можно закидывать на камень. Привет. Пользуйся охватами. На борьбу с ковидлой. Ты на с ковидлой. О, рикошет! 476. Рикошет от Якпанзер 4.5, ребят, вертикально вверх. Спасибо обновлению 2.0 за новые рикошеты. А, у меня выбитый казионник же. Точно. У меня выбитый казионник. Все, а мне тогда, кстати, тоже выбили его, да? Просто за чуваком погнался, смотрите. Я не могу ему ничего сделать, я просто за ним поехал. Он такой: а, спасите, помогите. Какая тупая хрень. Я думал, он заехал все-таки. О, самовосстанавливающиеся автомобили. Это... Почему таких технологий нет сейчас? Нахер он туда вообще заехал? Урон, кстати. Красненький и желтенький экипаж. Нравится. Соло приехал на точку и захватывает ее. Рикошет! Ребята, это был рикошет, вы не понимаете. Это рикошет. А что, ехать не могу. Так, вперед, назад. Странно, ну короче, какая-то херня сейчас произошла. Стать городом, чтобы тебя расстреляла зенитка через всю карту. Спасибо за подписку. Рикошет, ребят. Рикошет. Ой, сука такая. Вот именно наводчика. Именно наводчика мне и убило. Два попадания пережили и забрали центрион Экшен-Икса. Наверное, ему очень обидно.
критические повреждения. Разумеется, которые никак не повлияли на дальнейший полет самолета. Классно, вообще. Что я до них так и... Я их начинал проходить, потом у меня просрался куда-то геймпад, но теперь у меня геймпад снова появился. Кстати, попадание в борт 72-ки. Это специально сейчас вот демонстрирую вам попадание в борт по ДЗ для тех, кто говорил, что 72-ка не танкует. Людей таких вот добавлю в этот момент. Ой, оказывается, и второй раз он танкануть может. О, не может быть. А где же эти все комментаторы из этого, из обзоров, которые орут, что 72-ка не танкует, 72-ка ничего не может? Обосралась! Да надо-то хрен с ним. Какой рикошет от М6 от Фердинанда? Что за бред они несут? Боже, что с тундрой случилось? Я своего сбил? Я сбил своего с такого расстояния, вы серьезно? Да, это жестко. Какой урон от ломика по леопарду. Ой-ой-ой-ой-ой. Пацаны, я только что автопушкой Турмса забрал внутрь ствола. Ебай. Самолет просто не захушил. Ой, как красиво Паша Зеничек вернулся на стрим. Это лайк, ребят. Чертила такая. Ой, по сраке получил кумулем с леопарда. Ай-яй-яй-яй-яй. Больше так не делай. На, тебя сожрет. Здравствуйте. Боже, ребята, пожалуйста, смотрите по сторонам. Вдруг я буду своим кротавым голосом озвучивать видосы. Ой. Ой, ой. Ой. Страшно. Как он меня не увидел, боже что мой. Брат. Огонь по своим, боже ж ты мой! Да, блин, задолбали. О! Зенитка танканула кумулятивное попадание в казенную часть орудия. Зашибись. Изи. Чё, маневрирует? Ох ты ж, ёб твою мать! Конечно, я в стиме киберпанк покупал. Пошел на говно. Ра-та-та-та-та-та. 911, what is your emergency? I hear shots. Okay, ma'am, calm down. What kind of shots? Ра-та-та-та-та. Лайк, ребят, за убийство М22. У человека небольшая проблема с головой. У нашего члена экипажа. Прям маленькая-маленькая такая проблемка с голове. Но я думаю, что, в принципе, ничего страшного. Он просто устал и решил вздремнуть. То есть я даже, если нас, нашего даже закоцают, я уже, в принципе, не успею физически. О, кумулятив танканула зениточка итальянская. Ой, сука, обожаю War Thunder. Не слой порткабель. Это случай мне... Рикошет?
конечно же, хэша. Там, конечно, угол такой был, но ёпта, как это обидно.